КРДС там в Шатрате посидеть. Что там? В Шатрате какое-то мероприятие происходит или что? Чего там все пустите? День народного единства? Не лагает еще раз. Вон, maybe-maybe говорит, типа, самый, наверное, трудный, это чем бы, наверное, в 25-ке ВК. Это где он говорит? Ну, я с ним описываюсь, переписываюсь. Типа, а ну, не, если, типа, ну, там танк-бог забит, типа, нормально. Подожди, с кем ты общаешься? С maybe-maybe общаешься? Да, да. Ой, я думал, они, это совсем токсичные, ребята, ну ладно. Не, нормально. Не, просто не Мессидия явно долбоёб какой-то конченый прям. Там, судя как он на форуме, людям отвечал, это пиздец. Ну, как будто написал, Ксения дает. Все зависит от рандома, типа, как червяки еще плюнут. Да. И как чемпы какие будут. Ну, чемпов можно скипнуть, а скипать их нельзя, да, наверное, не засчитают. Да, нет, типа, клетка же закрывается в ГМК, нет? Что надо обратить внимание? Да хуй знает. Вообще, по идее, должно, типа, ну, типа, засчитывать в минус. А у нас есть свитки-то на этот, на ХП? Да. О, я тоже в плохом пати. Ну ладно. Ах ты, бля, тут, сука, подтасовывает в любом случае. Да, да. Да нет, это, я тогда нахуй не играю в эту игру, блядь. Устроил, блядь. Типа, давай погоняйся, говорит, вот тебе, блядь, отдельная пати, восьмая, блядь, сиди, блядь, домаш. Сколько у тебя жетонов, Невер? Да, мало. Давайте намажем. Типа, это знаешь, из этой серии, типа, весь рейд стоит вот здесь, а Невер стоит вот здесь, чтобы до него ауры не доставали. Все, ребят, давайте. Нормальная шутка была. Если что, я заходил. Нейвер, зорки готов. Ой, подожди, смотри, что-то не хватает. Мак разделывает. Да, все нормально. А, на фридом-то? Это хорошо. У нас Абдесик стал фуриком? Лево. Да. Да. Да, теперь у нас есть крит, у нас вообще все хорошо тут. Запустил. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний. Я-то вот сюда поставлю босса. Все в одного, да, идем? Да. Но мы без этого, мы без вот этого сейва, без прикола ретриковского. У Войда нету этого таланта. Да, без таланта надо менять. А, ты не сделал, что ли? Ну так нет, потом таланта не делаешь. Да все уже нажали. Боже мой, ладно. Делай более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Серия будет на этом, на зеленой, 10 секунд. Че, мы в соло танчим, да, здесь? Да, наверх. 4, 3, 2, 1. Наверх, пить уже. Пойду в рот, блядь. Хоть не зря начал бежать. Соболь, сыграйте в первую очередь. Боб не сразу. Пять,
4, я буду на пул дам. 2, 1. Возьмите ренжу по десятке. Да с токсином просто так не сейчас зато он заберет. Не заходи, бля. Дрейнера поднимите хп. Ренжу только наберите с собой сразу. Луж появилась. Вара кинула. Похил мили зону. Поднимать будем? А, да, дайте БР, пожалуйста. Я позор идеальный. Командовал. Идеальный уже, все нормально. А, точно. Идеально кару поднимешь? Идеально летит. Я кару поднимал, этого поднимал, друг второй. Ну да? Вон. Здесь же останется она. Лучше сейчас. Чуть-чуть отведу на нас. Просто пишет, что у тебя нету, странно. А все, забили, просто идем и все. Тоже. Подожди, меня дует. Все, отложу. Давайте здесь стакнемся. Да, под альянсом. Кто-то встал, блядь. Невер аспект не забывай, готовим. Угу. Черепочек смотрим. На кого бежит? На Войда. А твой тут бежали? Истерия будет следующий. Не зыбнулся, да. Идеально. Истерия дал. Ой, тренер. Я не успел зачем, побежать. Зачем в разные стороны бежать-то? Вы плохо этот становитесь. Нужно с одной стороны становиться. Я не достал просто. Слава богу, у нас время есть на это. Конечно. У нас еще тут это отрезание, еще одно. Сейчас смотрю.
Не, ну так пиздец был. В плане? В плане того, что я застрял, нахуй. Я отлетел туда, блядь, и бегу, нахуй. А, ты вот сюда, да? Ебаную, блядь. Понятно. Глянь, какие плечи. Да, плечи хорошие. Корнесу не надо, Корнес, брат. Я же пиздатый. Корнес... Вонючий, это 4. А что, мы будем курить, да, 5 минут? Да, в принципе, не надо на этом больше. Зорки просто, ну очень. Ну очень нужно. А кстати, слышишь? Нихуя себе, блядь. У меня тут третий. ГЦ зорки. Спасибо. Первый шмоточек. А, ну да, то же самое. Мак пьяный или чё? Так я умер, блин, Оле. Ничего не знаю, я на четвертом месте. Запустил. А ты смотри по ДПСу, я буду и на вторым. А ты идеальный тоже, да, отдал в эту? Ну ладно. Я тут вдруг осознал, что мне нужен один трофей. Помянем. Так, ну слушай, сейчас выпадут. Сейчас выпадут. Да мы же 50 на 50, смотри, плащи, трофеи, все есть, нормально. А есть, ой, кстати, у кого зелье? Есть у кого зелье дикой магии? Ой, слушай, по-моему, у меня есть, подходи, быстрее. О, давай, спасибо. Вот я... Могу с ГБшки дать. Да, потом есть. Да, я просто в своем ГБ забыл. Мне повезло, я просто в сумочке этот открывал. Есть. Гарик, стой. Да я уже дал. О, спасибо. Ну я закину потом стак. Да, конечно. А что ты ему еще там дал? Я ему стак дал. А мне не хочешь что-нибудь дать? Не, пока нет. Могу на хаспотов стак дать. Потом тоже КБ закинешь. Я да мне... Потом закинешь, бля, понятно. А вот чуть-чуть до капа крита, блядь. Уже 45%. Так, а истерия будет на этот, на вулкан. 10 секунд пишет. Обновить. Жрите припоты. 2 секунды одна. Ангрис, с тебя сразу стаки моментально снимать. Портал. Портал. Тише, тише. Наверх побежал. Да-да-да. По госпоже играем. Идеальный с Украины? Да. Угу. Как красиво он разговаривает. Полидный молот. Гарный флот. Наверх. Сколько появится? 5 секунд. Мастерию закинул. Незыблемость отдал. Милики, прожмитесь. Просто не умираем здесь. Отлично. Вообще два моба. Звери просто. Геру по откату дайте. У нас следующий же чем. А, хотя нет, давайте не надо, давайте не надо. Да, на чем поставим. Я сейчас сам прохилю. О.
всем подряд, чем за команду. А за героя. Абдесик. Вар. Отведи чуть, отведи. Босс, встань туда, где собака моя стоит. Поставлю метку. Я чуть-чуть отведу. Как я сказал, где говорят было. А просто на одну сильную, ну, прям совсем сильная уже. О, всё. Ой-ой-ой. Я бы на Мишку. Можно, да, ролить? Ой, вот эту да, шею с рутой? Мы, кстати, а, Войт, наверное, надо, он тут офтан что-то либо, ну, разберитесь сами как-нибудь, у обоих офспек. Нажмите, распылите все. Вот, тебе сильно надо? Давайте, под щит альянса все сразу зашли. Не, ну, тотемы. Дрейнер. Столик поставьте. Ну так-то здравая шея. Нет, идеально, ты не выключил, но мне понравился. Как там сыпал на украинском. Корнец, а тебе шея надо? На, держи. Пока думаю. Там гнездо хорошее. Ну ладно, подумай пока. Еще погоди, я ее потерял. Ой. У меня есть одно зелье еще. Ну, собираю. У меня вот на мишке с обычки. Уже на мишку. Да, мне это вчера так же идеально. Подожди, что ты теряешь при этом, Корнес, от шеи? Бля, как хорошо они стоят. Ну только крит потеряет. Поставьте кто-нибудь этот КБшку, пожалуйста. У меня крит потеряю 8 всего. Я же говорю, там сокет хороший. Этот КБшку. Желтый. Плюс 4 ребят. Сейчас, я найду, справа ставлю, секунду. Я блин, просто все подряд открыто. Mm-hmm. Собаку. Поставил. Да. Собаки могу убрать звездочку, если надо. Так, Войт, тебе еще, да, остается? Че? А, подожди, а может быть здесь лучше вар? Ой, паладин с щитом. Потанчить-то. Да может быть. На тебе, на всякий случай. Где у нас тут варьор стоит? Сколько там миликов? Все, всем раздал. Я сейчас посмотрю, вообще еще не видел состав. У нас Энх есть. Энх и вар. И ретрик. У нас вообще все милики тут. Лок только есть, РДДшный. Ну, чернокнижник. Ну, лок обконтролить можно в целом. Зайти слева, а вот этих забрать. Но миликов, ну, нехорошо. Надо, чтобы паладин был потанчил. Давай, Войт, да, действительно, ты в танк, а я в ТД-шку, это... И обходи с той стороны. Зорк, у тебя в бухту есть? Не, лишь альянс. Да. Гарик, а тебе по вару контроль будет. У них диспелла получается... А, нет, был один. Есть ретрик. Ну, Кару, естественно, на тебе это друид. Печенька. Крист у нас похилит. Кристалл на зорке поконтролит. А у тебя нету тут этого билда с рутами? Около земли вкачанными. Я могу ПВПшный видать. Один у них приз. Возьми ПВПшный, чтобы у нас еще одни руты были. А за шаманом стоит, спрятался. Да, треугольничек. А, так подожди, у тебя же вон руты есть. Чтобы бурить можно добавлять. Давай не надо. Лишние руты не помешают нам просто. Да, ладно, хорошо. КД в 10 секунд, конечно. Не, ну они аудешные, а там... Так там они были просто его, потому что... Ну все, ладно. Так, давай кое-что поясним на всякий случай. Если все-таки на танках пойдет все... А, блядь, это же ты. Да все, облом. Я думал, просто думал, как Войт будет тогда. Все просто на него побегут и запиздят его, а мы стоим и смотрим. Поставишь как? Не, Войт с той стороны будет, да. Только вопрос сейчас, с щитом или без щита?
Мне кажется, возможно, даже с его щитом танковским. Просто если на него все побегут, надо не теряться, а тебе как бы летать, короче, на сапогах и одному броню сразу смотрите. Хватать. Броню, смотрите. Да. У меня 17636. Мое предложение, что справа с тобой... Все нормально будет, если на тебя все побегут. Просто нужно ДКшке быстро побежать туда и вытянуть одного. А зачем ему справа бежать? Ну, я вообще просто за то, что можно одного милька, условно, ром ДКшник может вытянуть. А, ну если он справа зайдет, и шамана нас пойдет, вок пока там, мы шамана сбреем под геры, потом можно в вок. Да? Да, да. У тебя сколько корней с цифра? Вы вон в звездочку вставайте. Армор я ему дал. Бутылка там будет плюс 3500. Сколько у тебя корней? Че, не 10? 22 тысячи. Ну и все, нормально. А, не, стоп, 24,5 даже. Ну и все, у меня 19 700. Плюс припод 3500. Или ты посчитал? У меня 18, нормально, да. У меня 20 без банки. Так я тогда ауру брони отключу, или что? Не-не, ты включай, чтобы это было. Ладно. Наверное, лучше. Че, откуда я бегу? Так, ты справа. Там у вас вар, паладин, как бы два хил и ок. Ну, по идее, хилить там надо прилично так. А я забираю тогда шамана. Если что. Давайте в Невера все стали. Ворота туда. Собаку на автокас поставь только это. Диспал. Вы пиздите ромбик, всё, можно, да, первый или что? Можно пулять, да. Мы в ромбик хотим. Ты Бладстойку включи. Я в Бладстойке. Все. Там на Корнес эфир пошли. Корнес. Не ходите, стойте. Корнес ближе ко мне. Первым. И... так. На мне лок, сейчас он убьет после бабла. Я тебе дал каплю. Сделайте что-то с локом. Примну окна сейчас. Хуёво будет на сахар. Да? Хуёво. Ты видел, как он чаржится? Просто с 2 метров. А диспельте его. Помогай кто-нибудь. Гейнер. Здесь можно уже клеить по этим двоим просто. Так проще, чтобы они не хилились. Давайте снимем бан. Там одна секунда. Мне кажется, ты можешь уже подбегать. Да. А, в принципе. Пока добежишь, мы уже убьем. Лолый, блядь. Ты если гранник Гамеду? Я могу щит нормальный одеть. Да, давай одевай уже. А не, все, в этот пошел на меня. Ага. Ну все, там вара просто отконтролить. Ну, вара просто расконтролить, чтобы лишний раз не ребафиться. Короче, дал массаку. Где мой щит? Стан, блядь, проба. Дал по Абдиксу каплю. Оп. А у нас некому снимать. А вар есть. Ой, да, сорян. Бог въебал.
вилки, милики катите. Все. Я в дизайне стою. Вилки — это ритавы. Слушай, вот я вот раньше палом так не играл, блядь. Как ты на тот же лут заметили? О, а вот это мне нужно от ринга. Что там? Да нахуй этот лут нужен. Тринка. Что-нибудь полезное, ружье бы упало, было бы ладно еще. ГЦ. Ух, нихуя себе. Так, что там? Я в танке дальше, да? Пойдите бить. Да, да, ты в танке, ты ловишь, и Невер тоже ловит. Ты со стороны стеночки ловишь, вот здесь вот, ну, типа, где они летают, появляются. Так, я могу в медведя спекнуться, а Невер пусть бьет, и все, и мы в два танка половим спокойно. А зачем ты? Ты... Невер хан. От реметкости. Да. А, ну... а это, он дамажит просто, пока, ну, пока бегает. Ну, хорошо. Немного дамажу. А темная аура работает тут нормально? Приметкости 5 крита. Ну, стоит ее звать? Ну, здесь только ради мастера. Лучше фаер. Бля, левый. Фаер, наверное, лучше, да. Забери фаер. Вообще, можешь переключать, типа, в зависимости от того, что у нас стоит. Фаер — это белое бьет. Если мы с черной, то лучше от фаера. Если мы с белой, то лучше темную включать. А у нас, да, приста нету, да? А, у нас приста нету, да. Просто черную так поставлю. А поставьте огурцы, пожалуйста, на всякий случай. Так, давайте сапроты. Кому нужно, тоже обмен, дайте мне. Да, давай, я выпью сапрот. Ради плаща можно взять. Посраться. Кто это там, блядь, не могу в полипауэр, вот это что за хуйня? Капец, что? Сейчас идеального кинки. А у тебя есть маленький сапрот? Сапрот нужен? Маленький. Ну, у меня маленького нет, у меня такой. Ну зачем у тебя маленький? Потому что у меня алхимия. Ну, это больше дает. Ну, или чуть-чуть. Ты здесь посерединке. Они одинаково дадут. Ну, если рецепт не выучен, то... Так, ставлю, ну, и ромбик. Невер, с кого анонс? Кто может панель? Невер бегает, Санин будет другим. Я анонс. Хорошо, давай. Окей. Так ты же одного цвета с рейдом. Что-то я трою, блядь, не ту беру. Ты же можешь... А, мне... точно, я-то стою, да, точно. Ты можешь забрать. Так, а ты... Света. Давайте я возьму, наверное, сапрот на всякий. Донт, есть еще одна. Конечно. Спасибо. Нам тут ДПС не нужен, так что лучше все. Да, нам тут ДПС. Да, просто чтобы все выжили и все. Все готовы, давайте ДПМ ставлю. Дайте мне их чуть-чуть поставить. 3, 2, 1. Карниз Массакрус, да, скажешь? Ой-ой-ой, сбрасывайте агро. Я скину. Боссу со льву дайте тоже, пожалуйста. Уже давал. Страшно за этого парня. Я себе стерео дал. Кару скинь. Стоим, бьем. В смысле бьем? Мы слева, слева. Блять, смените свет, да? Ой. Хорошо, что вы сами шарите. Быстрее дамажите. Сбивайте сразу. Не выпал. Без... Понимаю. Ладно, стоим, бьем, ничего страшного. Переводи надо. Тут не в персе дело. Давай переведу. Ой, белых сколько. Разбейтесь. Так, вы сменили, да? Ой, блядь, не то ловлю. Смена. Черная. Сбивайте. Высоко, да. Да в песту. Че, вы будете переведать? Переводите. Чисто. Сейчас. Да, давай.
по Корнесу Иннер дай. Угу. Я тут вообще нихуя не делаю. Хорошо. Готовим сейчас спецспособность. Наверх пропустил твоих. Остаемся в темной. Прожмитесь. Наверх возьми. Я взял, взял. Сарва. Банану. Или кто там срывает темную? У меня забагался. Я скину сам сейчас. Сейчас спецспособность будет. Готовимся. Переключились к сверху. Бьем темную. Где-то света, собирайте тему. Можешь переводить. Переводить, переводить. Надо переводить, да. Чисто. Что там, оберси, нормально? Да. Две минуты еще. Готовимся, сейчас спецспособность будет. Так, просто бурсить, бурсить. Переключились. Бьем. Ага. Блин, бьем луну. Сбивайте. Здесь еще что, бьем 1.5 миллиона. Да? Так, чё, под чёрный мох. Да, в массакру, короче. Ой. И шо, и где шо? Ружьё, блядь? Вот тебе ружьё. Иди в жопу, блядь. Что это за блядь. Говно, блядь? Хороший меч, кстати. А вот меч-то какой я, наверное, себе возьму. У него сесть можно. На этот меч, вроде говорят, сесть можно, блядь. Чё, ласта в для кого, блядь, его рисовали, не понимаю. Конечно, блядь. Конечно, в одного, да. Что, запускаем? Ой, что, с сопротами будем играться или стандартная ППшка? Не, ну, перепьем просто потом и все. Дом, а, это не то. О, отлично. Абдисикс, тебе нужен меч? Должен с хостой, это ж помойка вообще ужасная. Там РПБ? Да, РПБ у него... Крит РПБ пушки. Типа зачем ему? Ну хуй знает. Это самое суманете, да, меня? Я пойду камушек возьму. Ну чисто по урону, конечно, сильно бы он. Хотя не такой уж и сильный. Ну там меч явно лучше его топора 232-го. Ты думаешь? Да, давай, да. Конечно. Да, из-за дырки. Из-за дырки лучше. Ну мне вполне за меткости. Меткость какой-нибудь стат был вообще круто. Ну он и крита там апнет за 120 ловкости до хрища. И силу потеряет. И РП там больше. Ну, блядь. Да, ну тебе патрон смог хорошо подходит. И РП там на 30 больше, блядь. И дырка плюсом. Одной? Нет, чё, вообще страшный этот меч. Мне вообще нельзя одевать визуал, ну, визуалку его. Мне кажется, зеленый, нет? Можно на ордынский смотреть. У тебя какой-то голубовато-синий-зеленый какой-то, блядь, странный цвет вообще. У меня темный, а меч светлый. Ну разве? А, ну да, такое. Ой, зато я знаю, под что он подходит. Сейчас посмотрим. Комплекты. Как раз мне на лану по 3D выпало нормально с армором, чтобы танчить жуков. Можно я покурить эту еду, пожалуйста? Да, давайте нет, сделаем. Нельзя, нельзя.
А там саппорт на ласт фазе помогает или нет? Да. Здорово, народ. Привет. И там же и меточки бьют. Кубов, не забудь отдать этому. Да, кому, кому? Devil Bell. Жуки кушают в процентах. А меточки бьют этот, изольным магией. Сейчас Донта не скинул. Фиксировано. Шмурканты спекутся. Кто первый боб будет давать? Давай первый ты, второй Войд. Сейчас я тоже только отойду на перекур. Ну или такой бой, всё равно. У нас 3-3 паладин есть, он тоже дает 3%. Да. Да, 3% есть, у него такая штука. В погоне за светом, по-моему. Ну, короче, это где ретриковская аура нарисована, этот талант. Священное воздаяние. Только они ауры другие поставили. А? Только они ауры другие поставили, одинаковые. Он с любой аурой. А какая разница, он с любой аурой работает, да. Это как протовская. У прота то, что любой этой ты получаешь отхил. Находящийся под действием любой из ваших аур. Так. Момент истины настал. Принимаем магастал. Говайт. Да не, слышишь. На вот этих, на желтых, на желтых, на вот этих. На жуков, можно суман, пожалуйста? Так БМ тоже не стакается с ними. Это повышение урона ни с чем не стакается. К сожалению, БМ абсолютно бесполезен. Но если бы он хотя бы стакался, тогда бы типа был профит от него в рейде. А так это абсолютно мертвый спек пока да, что. Да, в каждом рейде есть там какой-нибудь Аркан, Ретрик. Ну, Ретрик точно есть. Аркан, сейчас уже тоже. Да, слушай, у нас его был момент, когда Ретрик с Ретриками беда была. Прибавните каску, пожалуйста, по друидам. Да, у нас в начале Алкагона там с Сагарей была беда, что очень много урона входило. А не с Ретриками. 10 лямов, я сейчас за Геру переведем. Так, слышишь, что? Я, короче, вы там сами грипанете, а я здесь разобью тогда. И к вам на ботинках прибегу. Чтобы ДПС не терять. Можешь давай без ботинок, наверное. А? Я веду его, там потом убьешь просто и все. Да, давай, буду туннель эти башни, нахуй, как лев машина. Че, мы ждем? Я курю. Ты куришь? Не кури. Ты видел, я скинул трансмог? Бля, какой зеленый. Дайте каску, пожалуйста. Пока еще не видели. Каску так и не бафнули мне. Да, тебе не нужна. В смысле? Тебя же надо обгонять, нахуй. Ну, слушай, надо, но у тебя не получится. Почему? Не знаю. Не хватает духа. Дух стаи. Мне осталось всего лишь одну шмотку с духом поменять. А кому там шея нужна была? Дрейнера. Дрейнера. Кому все-таки? Вообще, где твоя шея с острова? А почему тебе? Нахрена она нужна? Я не тебе, я себе. Это на Иршаму. Не, если же шея. Окей, так я стою. Так при чем здесь я? Так, слушай, ты как гудлик рассуждаешь. Ну, я в шее не нуждаюсь ничем. Рейд нуждается в твоей шее. Я свои 10-11 выдаю, это нормально. А, вместо своих 11-12. Я не даю спасать. Задушил. Нет, не задушил. Ладно, вы вроде покурили, давайте чё на этот, блядь. При смерти не надышишься, блядь. Да, давай, блядь. Отставить смерть.
СС по кому-нибудь скиньте только. На всякий. По СО? Да. Идеально, чем не сова? Сейчас я реок еще быстренько сделаю, а то мечты там не работают. Слушай, сейчас с вами сам закурю. Ну такой себе, знаешь, трансмог на самом деле. Ну и чё разнообразие. Ну и чё, Невер, как... Ой, Невер, Рон, как тебе эти зелёно-красные? Мне пока нравится, я другие еще не попробовал. Вот фиолетовый вообще кайфовый. Чё зелёно-красный? Стики. У нас не снюс? Да, стишки. Фу, вы айкосы курите? Нет. Вообще... Я что-то посмотрел, айкос типа 4 стоит, а ГО 500. Так, слушай, типа можно купить айкос, но типа вот этот аналог любой, типа, ну, все покупают так. Типа, который 500, 100 тысяч рублей стоит. Ребят, что за шутки? Я 5 минут спамлю про грул магик собрать. Вообще никто не написал ни разу. Че себе? Да ты время видел, дядя, блядь? А ты с кого собираешься, блядь? Бугов. Что? Бугов. Кого еще? Я говорю, с кого ты собираешь? Что с кого, блядь? С какого персонажа, блядь? С паладина. С орды или с альянса? С паладина на орде собираю. Блядь, вот все, с паладина мог бы сказать, и все, блядь, что это такое? Что у нас тут? Все, все бафы есть. Давайте расчек, все ли тут? Давайте, мы уже долго стоим. Вешай СС. Так, первый Торнес поп дает, второй Войд дает. СС по идеальному. И ДБМ ставлю. Листопав обновил. 5, 4, 3, 2. Торнес, лёд забери. Одна секунда. Блять. Кайф. Нахуй нужно перекачать эти ебучие аддоны, блядь. В трапу будете кидать? Смотри, в трапу? Эфиры есть. Понятно. Зафирьте его, я в ФД уже упал. Блядь, закопался что ли? Идем, блядь, да. Я забыл. Ладно, давайте моба сыграли. Я понял, сейчас трапу дам. Надо быстрее будет сейчас убить его. Появился. Ой, блядь, мимо. Встань, куда? Мне уже уходить там... надо. Смотри. Хватайте второго. Ну нам не шли. Это ж смешно. Добивайте его, РДД побежали на ту сторону уже. Все, выходите. На ком? Но почему драйв? Хорошо. Ну я дам, Боб. В самую стеночку беги. Я с той стороны грипну, у стены. Дал, короче. Беги, малышка, беги! Ага. Я поменял кару. Поменял, да. Давай. Так, не ссать. Давай, на лужу там по времени. Сейчас стоим возле стеночки, я подведу в эту сторону. 3 секунды, 2, 1, выход. Мобы вышли. Я заберу после стана. Подрал.
Я одного заморозил. Заморозил? Да, 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 сзади он. Тыкнуть. Давай, давай. Ну ты, конечно, конечно, конечно. Все. Моба сыграли. Че, мы сейчас не переведем? Нет. Не-не, мы хорошо бегаем, не надо. Сейчас буков как... не будет. Ебай, как метки бьет, это пиздец. Да. Сейчас бопов не будет? Не будет. Нет. Сейчас бопов не будет. Черепочек заберу. Только не так далеко, ставь его в трапу. Я его заберу потом сам. Мне уже выходить надо. Ухожу. Дал стан. На лужу заведите, блядь. Да, инсан. Гриппом спили, так убейте. Смотрим на кометочку. Ой, идеально, хорошо убежала. Кстати, чтобы не поменял цель. О, бам, сыграли? Ой, хуёво разбил, конечно, я припнул. Наверное, себе. Да, я не буду ФД падать просто за это. По Карнесу Иннер дай. Угу. Чё-то ещё одну разбил. Беги, малышка, беги! Давайте центральную оставим, чтобы на ней бить. На варе. Ну сейчас сквозь него пробежит. Угу. Не, нормально. Не-не, хорошо, хорошо. 10. У Бики просто надо далеко. Беги, малышка, Войт, не всё. Поменяли Войт тебе. Две нормально. Одна. Выход. Есть что? А. Все, на меточку заходим. Переводим. А, Невер, если слева выходит, ты его контролишь. То, что справа. Мы смотрим сейчас. Я откуда? Озеро. Блять. Черепочек, Фир. Да. Покаяние въебал. А, покаяние, хорошо. Тогда с той стороны, где покаяние дал, если выйдет, даешь Фир. Карнет с другой стороны выходит, даешь этот. Тоже эфир. ДД в мили. Да, все подвался. И сестерию дал он. Нет, не отдам, сейчас отдам. Невер контроль. Господи. Ладно, черепочек играем. Стан ебал. Хорошо, Невер с той же стороны выйдет, даже. Нет, нету, 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 нету. Спокойно не выйдет, буду фирять его. 15 секунд. По боссу играем. Невер, Мортал, главное, держи. С той стороны вышел, верните его. Там мог выше. Зальем это, да? А, бомжей даю. Я заливаем БР. Черепочек. Я БР, ну. Хорошо, давай. Там бомжи еще что есть. Я себе пока в смерч поднял. Хорошо. Залить бы. Заберу после смерча. Да, играем. Черепочек поставил. Войда поднимите. Войда поднять надо было, но я не успеваю, что он бред какой-то. Я поднял. Войд, вставай. Все, я умер. По боссу, давайте по боссу. Да все уже. А нет, бомжа уже, да. На мне метка была, нет прохила, ничего вообще. Это бред. У нас Гера была, да? Да. Что-то вы с жуками как-то странно. Ебать мы душные. Да лево-право вот это, блядь. Хуй поймешь, блядь, куда смотреть. Да мне кажется, надо одного контролить в тупую и сливать другого, и все. Потом бить спокойно босса, блядь. Времени до. Мы четырех мобов можем контролить по КД просто. У тебя покаяние КД минута и действие минута. У Невера то же самое с тропой. А, я не знаю, я трапу отдал, блядь, я нажал готовность, она меня сбросился, он вылез с трапа. Я хуй знаю, что это за говно сейчас было. У нас два фера также есть, которые можно вообще... Четыремового можем держать спокойно. Рыбку поставил. Чё, хотите попробовать зергануть его? Ну давайте уже попробуем зергануть. Все равно проебали.
Озергануть-то как хочешь. Да. 3 минуты. Мерсу въебать пула. 2.17, да. Так мы на следующий можем просто, на, как он один раз закопается, на второй геру дать и залить. Да, на не-не-не, геру на третий надо, тогда уж давать будет. Да давайте если как обычно. Если не сразу, то на третий. Давайте как обычно, так у нас уже будет все без паники. Да. Поставьте Джефса, пожалуйста. Давайте, знаете, как попробуем? Подготовимся ко второму, ну, к следующему рейду. Третья фаза, мы будем заливать мобов всех. Вот давайте сейчас всех мобов заливать. Давай, ну, посмотрим, что потренить. Будет. Просто мы сейчас на контроле рассчитывали, в итоге все как обычно по пизде ушло. А сейчас будем просто сливать. И посмотрим. Если все будет ок, типа в следующий раз так сделаем. Мы думаем, мы пронесем спокойно. Да надо метки просто расставить. Ну, по-хорошему, типа, потому что Дон сейчас сказал слева-справа, бля, хуй поймал, блядь, какого мне нужно, блядь. Дай мне ассиста, я метку могу швырять. Мне да, даже не в этом дело, я имею в виду вот так метки просто расставить по краям, вот так крест, блядь. Квадрат. А. Типа там с квадрата контролит условно этот. Вот так. С сыром бы и так вот. Так, хорошо, все готовы? Давайте. ТБМ ставлю. Сейчас, подожди. 5 секунд. 4, да, 3, стой. Ладно, хорошо, стоим. Блядь, ты крыса, блядь, а я выпил. Да блядь, ну в смысле, я в прошлый раз то же самое, блядь, был. Ну чё, блядь, нейвер у тебя там? Ну нахуй, ну, блядь, питомцу вот 30 ладно, слов сказал, блядь, питомца не риснул. Ну, чё это такое? Сука, понимаю. Про приоритеты. Готовность принял, блядь, без питомца. Ну, блядь, пиздец. Я сейчас принял. Ой, блядь, ладно. 5, 4, 3, 2, 1. Наверное, чтобы мне дальше было проще уходить. Перепочек. Стан. Я по второму стан, да. Отошли, зорки, кто там, тренер. Я убил еще. Гарик, убегай. Я также морозную грипну. Да, я уже Филби разбил. Первый боб был, да? Угу. Так, сейчас кто там? Две секунды. Сначала идем, где там стартуем. Сейчас выкопается. Я затроил все. Дайте ПР. А, нет, это ДБР. Он вам сыграйте. БРФ-то нету, сука. Ничего, так идем пока. 4 минуты. После,
после закопки как раз появится, наверное. Нет, не появится. Я знаю, флаг наш. Типа, я понимаю, что он вряд ли появится 4 минуты. Можешь отвезти, если хочешь. Еще 5 секунд. Я сейчас поведу. Блин, чуть-чуть получилось так. Убегайте, не больше. Не окрепну эту штуку. Разбиваю тут. Разобьете справа? Морозная вот эту вот разобьем. А, нет, не разобьем, разбейте кто-нибудь. Карл, на тебя забегай вон тут. Бопов он нету. Сейчас. Да он на ботинках. Вот. Можешь оттуда убегать на вора сразу. Ой, наверх. 3 секунды, 2, 1. Сейчас вылазит. Это будет снег. О, босс, играем. Ну, жуков надо лить будет. Ну да. ДБР минута. Кто-то сбил. Я сбил. Пожалуйста. Меня скоробеи бьют, блядь. Пошел по жукам. Mm-hmm. Пиздец, конечно. Обосрались. Ласки припевать получается. Там у меня молоток через плащ, короче, просачивается. Чего? Да не ной. На следующем КД полутаем. 100%. Ну или через КД. Главное процесс был. В натуре. Мне вообще насрать на площади. Будут, не он будут. В шутах может закапываться? Да. Я его, конечно, могу подержать, но могу тайфуном. Ну подержать. Да. Смысл? Просто если Невер не успевает, я могу, без разницы. Я буду рутать и смерчем кидать всегда того, который с моей стороны идет. С ромба. А если там два с твоих пойдут, то там дальнего или... Хаспоты есть у кого? 4 штуки осталось. Не, контроли? Не, контроли. Контроль или я не понял? Да. Да. Все хорошо. Что отменилось? Да, сейчас опей. Сколько он стоит? Не, не знаю. А у всех ты 4 уешь? Да. Да? Не у всех. Здесь, да. Ну, вообще не у всех, но здесь у всех. Я думаю, типа, может это бурсты сдавать, когда жука уйдет. Это нормально. ТБМ ставлю. 5, 4, 3, 2, 1. А и где ваша ауе? Она плывет. Да я, блядь, вижу, что она плывет. Хухла, блядь.
Дайте фритом кто-нибудь, ну, сейчас, блин, ходи по этой лужи. Хороший диалект. Сейчас я поверну еще раз босса. Адекватно, вот, чтобы было. Где был? О, хорошо. Эй, парень, ты можешь свечиться? Я тут какие-то тут под минус 90 мол-спитом тут кручусь, Второго сразу разбирайтесь. Стан. Я успел, не перешел. Разобежишь, наверное? Да. Есть боб? Есть, я бегу. Первую метку встали, сейчас сюда будет выходить. Давайте в ромбике тогда. К ромбику подошли? Сразу, чтобы меньше ДП стереть. Он сейчас будет выкапываться. 3, 2, 1. Невер, убери там собаку с жука. Стоит пока что идеально. Разберу. Где контроль? Еще все. Тяни. Войт, а ты можешь на последней фазе бить этим правосудием света? Угу. Это просто ну карта. Уводи, донт. КД еще один. Второго, давайте. Стан пропишите. Откопался. Бопов нету, если что. Стану метку, которую разбивать буду. Возле креста. Господи. Отгрипаешь это? Это 10. Нам не метка. Зато я так ее разбиваю. 15 секунд. Видите в дальнюю, которая противоположной стороне. Понятно, если тебе не хорошо. Если сможешь, которая в центре, то ее ломай, вот этот вот. Да, хорошо. Возле квадратика туда встанем. 3 секунды. Угу. Давайте по боссу. Давайте здесь постоим пока. А давайте сейчас попробуем двух типа сразу заняться. Двух что? Мобов залить. У меня сейчас брусы через 10 секунд будут. Блять, ладно, тогда надо мне выводить. Не-не-не, уже это. Ладно. Я грибну это. Руки. Все. Геру? Фаза. Давайте в босса играем. Контроль наверх, не забывай. А, у меня сбили его, блять.
Кто прикидывает? Что, его сольем жука? Блять, у меня 5 секунд еще. Да, да, в жука играем. Я дал просто смерть. Нету таунта, Карнес, пиздец. Все, пожалуйста. Вар истерия. Что за хуйня? Он закопался. Так мы не на луже танчим. Закопался, мы не на луже стоим. Я Старфоу дал. Блять. Понятно, что Старфоу. Агри жук. Вам же Эдри сейчас два жука будет, пиздец. Фиреть второго еще. Этого ферну. Да. Дай БР. Да. Ты какой БР у него два ляма, вы чё? Почему? Ты хочешь Старфоу дать, ну встань ты в стенку. Не, это-то понятно. Почему не на луже вообще стояли? Потому что мы контролить должны были это все. Слушайте, когда мы договаривались, договаривались, что будем заливать все. Да, что мы даже мы же хотели залить, блядь. Мы просто, ну, я понимаю, одного уже законтролить, когда у него два ляма, там два уходит, два законтролил. Хотя бы одну пачку давайте сольем, а вторую мы уже босса добиваем. У нас минус идеальный, мы бог. Ну, привился, мне что вчера так хуёво. Хорошо, давайте завтра после... Блядь, в 11, давайте завтра. Просто, типа, на одного босса зайдем, посмотрим. Там что, вепоны хочется утонуть. Пиздец. Короче, добьем завтра одного босса, да? Да, да, давайте. Мы просто хуйню творим, мы уставшие после рейда, по-любому. Mm-hmm. А Локов, чё ты 4 достиг дает? На огонь массовый, блядь. И все. Не, просто типа у меня вот курс, можно типа свадьбу.